Всем привет, мои дорогие! Сегодня я опять с вами делюсь супербюджетным, как это сказать, рецептом. Это я буду сейчас из этого сала, вот из кусочков, делать на маску, на хлеб. Ну, борщ, например, кушать там, или просто так, как паштет же едят, там, перекус какой-то. В общем, вот это вот все сало, я шкуру сняла, я купила за 75 рублей. Очень бюджетно, как я посчитала. Взяла вот здесь вот две головки чеснока. Я это в огороде сорвала. Не знаю, сколько это стоит. Ну, в общем, у меня это... 0 рублей стоит. Да, очень бюджетно выйдет. Потом мне нужна будет соль, перец черный или какой у вас там есть. И зелень. У меня... Я уже показывала, как мы делали чесночные стрелки, замораживали. Я сейчас не достаю из морозилки. Когда мы перемелим, я тогда добавлю. И укроп. Пойду нарву и тоже добавлю, чтобы красиво было просто. Можно и без этого, не выпендриваться. Просто сало с чесноком перекрутить. Сало сейчас ты достала из морозилки, да? Ну, я его положила в морозилочку, чтобы немножечко оно подстыло, чтобы легче было крутить. У нас же супер-мупер-бупер мясорубка. Вот видите, она без ручки. Я сейчас сюда буду подключать этот дрель. И она у нас будет молоть все подряд. Ни одна электромясорубка... Вот, которая продается. Подметки не годится эта мясорубка. Ну так-то хорошо, но я без тебя ничего не могу покрутить. Вообще, абсолютно. С помощью третьих лиц. Да, с помощью третьих лиц. Или вторых. Третьих. Почему? Я третье лицо. Второй кто-то другой, да? Да. Ладно, короче, не заморачивай мне голову. Давай, будем делать намазку. Для борщика. Я уже что-то давно борщик варила. Как раз тут намазочка подоспеет. И сало не ела. Ну, сало-то мне не очень-то и надо, ну... И Джади не смотрела. Это соседка у меня говорила. У них пожар, крыша горит. Она говорит, сижу, сало ем, Джади смотрю, чё к чему, ничего не пойму. А у них крыша горит. А мы тут суетимся, бегаем. Ну, ладно, это так, к слову, пришло. Так, поехали. Ведь прошло уже больше 10 лет. Каждый день. Так, давай вот это сначала перекрутим. Давай. Все, супер-мупер, мясорубка наша перекрутила это все буквально за 3 минуты. Не натруждаться. Сейчас я буду сюда добавлять добавки. Вот это у меня чесночные стрелки. Это у нас видео есть, буквально вот дня 3 назад снимали. Да прям 3, уже давно, мне кажется. Неужели? Да, 3 дня, Лариса. Ну, 4 максимум. Обалдеть. Замерзшая, надо было, наверное, вместе прокрутить. Сейчас мучиться буду. Давай прокрутим. Еще на раз. Вон, мясорубка наготове. Наша супер мясорубка. Да ты заготовила на зиму, а уже кушаешь, да? Очень кушать хочется. Нет, мне так это нравится. Вот очень вкусно пахнет. Вот тот чеснок, да, он беленький. Вот он не так пахнет, как вот эти вот стрелки. Чесночные, да? Да. Ой, это что-то каменистое. Пойду это, тоже на зиму приготовила. Перекрутила. А это что? Это лук, что? Чеснок перекрученный просто, зеленый. Понятненько. И сложено, думаю. Для мяса буду готовить мясо. Добавлю. Полежали немного, отошли. Это я чисто для эстетического соображения. Мне зеленого цвета больше нравится, чем просто белого. То есть тебе белое сало не устраивает? Ну, если есть возможность, что бы не сделать-то. Все, уже так быстренько растаяло это все. Тоненьким слоем замораживала. И крутить не надо, да? Да. И вот укропчик сейчас порежу. Можете, кстати, не класть укропчик. Это я тоже для себя.
И что теперь? Солим по вкусу. Я вот так вот примерно чайную ложечку, наверное, взяла. Соль. Перчим по вкусу. Что вы хотите? Красный, черный, тут у меня смесь. И теперь надо это все хорошенько вымешать, чтобы однородная масса была. Аромат. Божественный аромат. Я тут перемешиваю, а тут такие запахи идут. Чесноком пахнет, укропом, салом. Сало, не знаю, не пахнет, мне кажется. Его надо пробовать. Что оно должно пахнуть, что ли? Сало, но и в Африке сало. Так. Мешать дольше, чем крутить. Я тут пальчиком попробовала. Надо подсолить. Не соленое. Досолила немного. И перчика добавлю побольше. Такое ощущение, что это тесто, а это на самом деле сало. Все, устала. Так, ставлю сейчас это в холодильник на 2-3 часа, и можно будет употреблять. Но я, конечно же, сегодня не буду употреблять. И что хочу сказать. Я его долго не буду в холодильнике держать. Это я оставлю на немного, а остальное я заморожу. Приятного аппетита всем. Ну, я покажу еще, как оно на бутерброде будет выглядеть. Посмотрите. Через 2 дня. А может быть еще и сборщиком. Всем пока. Не забывайте ставить лайки. Вам же не трудно, а мне приятно. И комментарий какой-нибудь напишите. Всем пока. Прошло 2 дня. Мы уже вот сколько съели этой намазки. Сало. А я, муж говорит, слушай, ты же обещала показать, как она на хлебушке выглядит. Вот я достала хлеб. И показываю, как это все выглядит на хлебушке. Правда, кушать неохота. Вот видите, как можно намазывать. Можете толстым слоем намазать. Очень вкусно. Мне чем понравилась вот эта вот намазка из сала. Сало можно покупать не за дорого, потому что да, толстое сало дорого стоит, а это тоненькое. Можно перекручивать. Или там обрезаешь, например, мясо, и сало остается, вы не хотите его фарш, жир. И, пожалуйста, можно сделать намазку из сала, если вы это любите. Как типа паштетика. И чесночок, и перчик. У меня муж сильно острое не любит, поэтому я перца мало положила. Ну, достаточно для нас. А так-то можно и перца добавить, и чеснока еще добавить. Ну, просто супер объедение. Ой, ну придется попробовать. Так, вот такой кусочек прямо. Ну просто тает во рту. А я еще сварила борща, да это еще с борщом. Муж мне говорит, убирай, я уже не могу остановиться. До того это все так вкусно было. Обалденно. Да, правда вкусно. Сейчас прожую. А мы тут выставились. Мы это все продаем. Сначала покупали задорого, теперь продаем все задешево. Оказывается, нам это ничего не надо. Ни соковыжималку, ни кофеварку. Стоит без дела. Так, ну, мы же снимаем о намазке видео, о Сане. Что я хочу сказать? Вы не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. А я вам желаю крепкого здоровья, всего хорошего и до новых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока.